Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который связан э, с навязчивыми мыслями по поводу неправильности э, некоторых действий в интимной сфере перед Богом. У автора вопроса была депрессия, по, по ее словам, подтвержденная э, врачом. Uh, вот, uh, значит, uh, депрессия ушла, как я понял, но появились навязчивые мысли. Правда, <coughs> автор uh, вопроса uh, не пишет о том, что депрессии у него больше нет. Автор вопроса не говорит об этом. И, соответственно, возможно... Навязчивость появилась на фоне депрессии. Может быть, навязчивость появилась в результате некоторых событий, которые, ну, как бы, происходили в жизни человека на фоне депрессии. Uh, что впоследствии вот uh, как бы выразилась в данную навязчивость. Возможно и другие варианты. Здесь нужно уже более подробно разбирать ситуацию, более подробно разбирать историю, более подробно разбирать все эти моменты. Сейчас, пока. Uh, только область. Предположение у нас есть, и в принципе мы можем только гадать, и а гадать не самая лучшая идея. Э -э Поскольку здесь речь идет о религии, то вам, безусловно, имело бы смысл обратиться к священнику и поговорить со священнослужителем на данную тему, потому что в вопросах веры, э безусловно... Он человек э, более компетентный, чем, э, чем психологи, потому что психологи все-таки являются э, светскими э, представителями, ну, представителями э, светского, так скажем, э, общества. Я бы так это, наверное... Сказал я бы так, это, наверное, выразил. И, являясь представителями светского общества, мы относимся к религии несколько не так, как, ну, вот как, например, ну, как вы, например, могли бы относиться, да, допустим. Вот, что, в принципе... Нормально, вот, но, безусловно, может порождать э, нек некоторые, скажем так, коллизии, коллизии некоторые коллизии. И вот, э, на, мой, на мой взгляд, на мой взгляд, э, во избежание как раз-таки этих э, коллизий э э, имеет смысл, как мне кажется, вам обратиться к священнику. А, со своей стороны, я бы а, хотел, наверное, сказать а, только несколько моментов, а, которые, на мой взгляд, несколько вот, знаете, как, а, ну, странно, что ли, выглядят. Эм, как бы с точки зрения э, того, напр например, да, э, что, допустим, я знаю о религии, если, конечно, мы здесь говорим про религию христианскую. Потому что если мы говорим не про христианскую религию, если мы говорим про э, ну, как, ну, другую религию, то, соответственно, там э, есть э, свои, свои некоторые нюансы, на которые, на мой взгляд, э, ну, как бы нужно обратить внимание. Вы говорите о том, что вы какая-то плохая. То есть вы говорите о том, что вы не верите в то, что вы хорошая. Вы говорите о том, что вам кажется, что вы плохая. Это с вами что-то не так. И вот, собственно говоря, как мне кажется... В этом и есть эм, основная проблема. То есть основная проблема заключается в том, что вы э, себя обесцениваете, считая, что какая-то не такая. И как вы бор, боретесь э, с этим, вот. вы... Вы пытаетесь а, вот, с этим бороться, вы пытаетесь это побороть, вы пытаетесь это подавить, вы пытаетесь а, что-то с этим сделать. Вот. Но вопрос, как мне кажется остается вопрос остается открытым касаемо того откуда у вас мысль что вы какая-то не такая откуда у вас мысль что с вами что-то не так вообще-то вообще говоря э -э, если мы говорим о Боге если мы говорим о Боге то, насколько я помню, для Бога не существует плохих людей, чтобы они не делали. И вот как бы, ну, вне зависимости от того, что вы делаете, вне зависимости от того, как вы делаете, вне зависимости от того, э как вы поступаете, вы все равно хоро хороший человек. То есть для Бога нет плохих людей. Но обратите внимание, что вы к э себе... Так, не относитесь, вы считаете себя плохой. Если вы считаете себя плохой, плохой, то на мой взгляд, по моему, э, вот, скажем так, э, ну, скромному мнению, э, речь уже не идет как таков э, как таковая о э, Боге, речь идет о том, что вы себя считаете какой-то плохой. И вот это важно отделять, то есть не подменять понятия. Э, для Бога плохих людей нет, э, плохой можете, можете э, считать себя вы сами. И в этом смысле вы даже несколько отходите, на мой, на, на, мой, на мой взгляд, от Бога, потому что ну, сами как бы Решаете сами э, Приходите к выводу О том что Вы плохая То есть вы э, ну, по сути вот э, В данном случае за бога э, Принимаете решения Относительно себя Что конечно э, Несколько выглядит На мой взгляд Странно Вот Это, соответственно, такой аспект. И следующий аспект это то, что навязчивость, ну, вот там, где она есть навязчивость, связано с определенными желаниями. У вас есть определенные потребности, вот, которые вы блокируете, а, и, соответственно, а, ну, вот, блокировка этих этих потребностей и приводит к тому, что у вас появляются навязчивые мысли потому как ну, потребность вот, в данном случае не удовлетворяются вот от слова никак и очень важно этот момент понимать да? очень важно понимать что э, вы хотите э, по-видимому себя обвинить вы хотите по-видимому ну как-то вот э, себя в данном случае на, на, наказывают, а это э, соответственно агрессия, э, вот э, ну по отношению к э, по отношению к себе, а это агрессия, которую вы сдерживаете э, по отношению к другим людям вот и соответственно проблема вот в этом в общем и целом э -э проблема заключается вот в, 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 в данном аспекте э -э в данном моменте э вот и как мне кажется, вам нужно работать работать в первую очередь именно с этими э, именно с этими аспектами. Вот, вот. как как как-то так. То есть возможно имела имела бы смысл, э, например, ну допустим э, признать, что вы можете на кого-то злиться, вот. э, возможно имеет смысл э, признать, э, что вам может ну вот, что-то не нравится. Возможно, имеет смысл такие признать, вот, что что-то вас может не устраивать и учиться, учиться об этом говорить. Вот. Сейчас вы скорее всего этого не делаете. Вот, ну, оправдывается с тем, что там может быть там против, против Бога и так далее. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Поэтому э, работать вам нужно в этом направлении. Ну и, конечно, вот то, что у вас депрессия, тема депрессии, это тоже вот здесь важно учитывать. что это, что это подавляется, э, появляется на вешевые вот. мысли. Так, так оно и работает в данном случае. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Euh, с точки зрения своего опыта, и хочется пожелать, пожелать вам успехов, хочется пожелать вам удачи, хочется э, надеяться, что вы выберете, э, значит, э, психолога, да, и э, ну будете с ним работать, вот, работать. Э, по тем э, направлениям, которые я вам озвучил, вот. Ну, ну, например, например, я не, обяза не обязательно это э, не обязательно это должен быть должен быть я, ну, вот. То есть это может быть э, в принципе и любой другой психолог, которого вы выберите себе, себе для психотерапии. Вот. Но так или иначе. Именно это вам нужно в данном случае. Вот. Вот. Uh, на этом, пожалуй, я хотел бы закончить свой ответ. Uh, я надеюсь, что вам это было um, ну, полезно, интересно. Uh, надеюсь, что вы сделаете для себя э, какие-то выводы. Вот. И, соответственно, будете работать в этом направлении. Э, я <coughs> буду благодарен вам за э, обратную связь. Она, обратная связь, позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго обращайтесь за помощью мы вам с радостью поможем не решаемых не решаемых каких-то вот трудностей в данном случае нет и быть не может.